памятник Эчпочмаку. Ну, это, вот он, Эчпочмак. Так это же Самса практически. Да. А вообще мы в Татарской Слободе, который находится, называется Туган Авлы. Ага. Здесь это прямо целый комплекс, да. Прям деревуха целая. Кафе, ресторан, целая куча кафешек, да. Отель. Ну, сейчас пойдем по кругу, наверное, да? И в каждом ресторане сейчас по блюду съем. По татарскому национальному. Да. Я согласна. Фига, ты согласна? Ну, кто не пожрать, то любят девчонки. Я-то сытые, они его хотят. Но перед едой девчонки решили нагулять аппетит. Для этого сейчас они спортом позанимаются. Вот так егелька. Сегодня вместо крафтовых инвентаря. До крафтового. Видишь, так аул Батыр, то есть это место для богатырей. Да, вон иди у Тони попробуй. Тут уже так, это профессионально. Тут уже поработал. Ага. О. Серьезно. Все. Вот так. Вот так. Сейчас я покажу, как это предназначено. Так, так, вот так. Оп. Так, мама. Мама сможет, я думаю. Нет. Чего не подпеваешь, Тони? А? О, вообще мы должны были заселяться сюда, но пока не получилось. Там уже музей имени меня сделали, и мне там места не осталось.